Там оказывается. Сейчас мы тоже хотим сейчас Болгарии. А если в Афганистане. После распада Советского Союза приехал на постоянное жительство в Болгарии. Организовал там общественную организацию. По всей видимости, политическая война вот хорошо. Ну вот американцы же уже пойдут сюда на уровень. И местные министры все уже радостно стали плохо. Вот Байден сказал. Говно ли? Моя жена получает пенсию. Ты кричит, мне добавили 110 евро. Не надо махать, идите спать. Мы на демонстрации. Сейчас скажу. Я смотрел. Знаю. Сток, наверное. Дорогие друзья, спасибо, что вы пришли сегодня сюда, на это мероприятие. Очень приятно видеть сегодня стольких многих наших товарищей. 23 февраля, тем более сегодня праздник,
День защитника Отечества. Но сегодня мы вспоминаем тех, кто сражался, показывал примеры героизма, мужества, настоящей любви к родине, кто пал на литовской земле, на земле других стран Европы, и своим подвигом освободили Европу от немецко-фашистских захватчиков. Мы помним их подвиг, помним их мужество, и не допустим, чтобы победа в этой войне забывалась. И не допустим попыток переписывания истории. Еще раз склоним наши головы и вспомним и почтим подвиг тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. Я желаю всем присутствующим и всем, кто сегодня не смог прийти, крепкого здоровья, бодрости, всего-всего самого наилучшего. Мы о вас думаем, мы стараемся с вами по мере возможности встречаться, общаться. Передавайте, пожалуйста, от всех нас, от сотрудников посольства, приветы тем ветеранам, которые сегодня не смогли прийти на сегодняшнее мероприятие. И желаем им тоже здоровья, бодрости, всего-всего самого доброго. Спасибо. Спасибо. Слово предоставляется председателю организации Юрию Федоровичу. Дорогие товарищи, дорогой друг, я от всего сердца своего имени и имени нашей литовской организации ветеранов Второй мировой войны, а также от Великой организации ветеранов Великой Отечественной войны. Вас поздравляю с этим великим и радостным праздником. И я всегда, когда прихожу здесь, над этому памятнику, всегда встречаюсь с вами, и вместе мы встречаем этот великий праздник, праздник, который прославился в боях за нашу родину. Ветераны Великой Отечественной войны и все те, которые и сейчас, в настоящее время, борются за мир, за сосуществование, мир и сотрудничество. И желаю всем вам всего наилучшего, всего большого здоровья, чтобы дальше мы были такими же активными борьбами за мир и мир во всем мире. Спасибо вам! Уважаемые друзья, этот день был учрежден более 100 лет назад. В честь, как говорили, человека с ружьем. В честь красноармейцев, которые защитили завоевание революции. Потом он был всенародным праздником стал. Даже в школах, если вспомнить, школьники, девочки поздравляли мальчиков. Даже были случаи в детском саду. Школята поздравляли мальчиков. Потому что потом мальчики поздравят девочек. Когда мы в этот праздник чтим офицеров, служивых людей, это их профессиональный праздник. Это они достойно защищали, защищают и будут защищать родину. Но мы всегда придем сюда,
чтобы отдать альфа-мику тем защитникам, которые положили свою жизнь за свободу в борьбе с немецко-фашистскими оккупантами. Это наша личная память, каждом из нас. Но мы стремимся, чтобы она стала частью общественной памяти, чтобы она ее не очерняли, чтобы не предавали ее забвению. И нашими общими усилиями мы передадим эту память потомкам. Ряды защитников гражданских очень редкие. Там много прорех. Один переметнулся, другой, наоборот, агитирует против. Другие абсолютно равнодушные. Поэтому мне хочется завершить четырьмя словами. Сплотим ряды, сомкнем плечи. Спасибо. И завершить наше выступление.